себе. А Богу это не угодно, Бог вообще лишает разума. Зачем же ты за это дело взялся? Ты обязан сказать. Мне Бог позволил, вот я писал письма обличительно в ООН, Организация Объединенных Наций. Пимену писал, тогдашним патриархам, генеральным секретарям. Меня в горком партии вызывали везде за это. Помню как-то, а я же работал в напряг. Вызвали в КГБ меня допрашивать. А я сидел, а он что-то долго там пишет. Я постепенно голову опустил на стол и уснул у него в кабинете. О-о-о! В КГБ уснуть на столе. Ну кому-нибудь скажи, не поверят, скажет, это вообще чокнутый. Ну у меня в натяг все. Я 2,5 часа в сутки только спал. Думаю, тут я отдохну хоть маленько. Ой. И главное, Беденко Александр Семенович был майором, а стал генерал-майором в охране путь этого Ельцина. На мне они целые отделы работали. Москва считала, что работает несколько больших отделов в Сибири, а оказалось один человек. Они мне все рассказывают и не верят. Ну не один, это разговор один. Один еще не сделаешь. Вот сейчас с Володей были, один еще сделаешь. Он на крыше все в потемках там достает. Чуть-чуть свет это пометить, маркируем. Я посылал книги недавно, один из Белоруссии, но туда так дорого. Ну, послал ни ответу, ни привет, а я посылаю. А не так, что ты деньги заплати, потом там это на почте. Я не так. Высылай деньги, я получаю, тогда посылаю тебе. А сам делаю так. Когда скажу так, а сам тут же посылаю. Они еще не послали, а уже посылка в пути. У нас же Белоруссия это. Ну, он заказал не каноническую симфонию, но не канонические книги. К истинному православию и трехтомик Нового Завета. А я, говорю, все время в разъездах, дома меня не было. Я деньги выслал в Western Union. Получите, сходите. Да, книги очень понравились, очень, но... К истинному православию я маленько сунулся и говорю, тут у меня вопросы будут. Я знаю. Конечно, радостно такие весточки получать. Я вообще вам скинул, как там женщина новая говорит. Я сегодня Володе говорю, я говорю, вообразить даже нельзя. Вот я смотрю на книги. Какие книги? Священники одну-две страницы промуляют ртом-то и злятся 5 лет, говорят, отплевываются. Они еще не могут сказать, не по зубам. Я говорю, вы по делу, скажите, чтобы вам не стыдно было на суде Божьем-то. Ничего не могут сказать. Я говорю, ну был бы я хоть образование, один класс какой-то имел в семинаре, то у меня же ничего нету. Я уж не говорю, вот, Соболев там преподает в академии, в университете, уж про отца Геннадия говорить не надо, паста, это вообще запредельно. Магистр богословия, да, был преподаватель университета. А у меня класса ни одного нет, и что говорить тут? Да, против вашего только свое личное можно поставить, сопоставить что-то. Только личное какое-то недовольство можно сделать. А так, чтобы привести что-то по... Библии, по Евангелию, то ничего нельзя. У меня отец Геннадий как-то высказал, был недоволен там что-то по одному делу, а насчет канонизации-то не лишнее, нет. Вас спасает ваша безупречность. Вот это я понимаю. Спасает безупречность. То есть они кого в чем обвиняют, вот священников, епископов, но они стандартно, шаблонно-то начинают, да даже враги на них шикают. Вы маленько-то смотрите, вы были хоть, обедали с ним хоть как раз-то. Да у него там дома, да, начинают двухэтажные. Ой-ой-ой, да ты посмотри, как говорит, одет-то хоть маленько-то. Представь, город, это же наш центр Барнаул-то. И я босиком в краевую администрацию по улице, проспектам, босиком. Совершенно босиком. Ну, как Робинзон Крузо по острову. Ой-ой-ой. За мной увлекся главный редактор один. Он сейчас редактор епархиальной газеты. Вот к истинному православию, он там, Клименко,
Владимир Федорович, очень хороший человек. Вот через него 14 материалов вышло через газету. И он босиком тоже. Он говорит, это очень полезно. У него болезнь была, и она прошла. И мы уже домой заходить ко мне, колонка у меня под окном-то, помыли ноги. Ну, он обувь-то на спине нес, а я вообще без обуви. А зимой у меня один валенок черный, а другой серый. Я выйду, первым делом в сугроб залезу, натру сапоги, чтобы одинаково выглядели. Эти, не сапоги, а эти валенки-то. Один серый, другой черный. Почему? А мне по размеру как раз. У них где-то пара потерялась. Ну, говорит, юродивый. А мне правда... Да, вот такое... Такое юродство, такое более, оно, как говорится, уравновешенное такое. Ну да, так оно... То есть одно другому не мешает? Никак. Вот стоят студенты, их вызвали там 21 апреля, в честь Ленина, все в мусоры возятся, чтут его. Это приборка города-то. Но я иду, гляжу, куча студентов стоит-то. Ну как же пройти мимо-то? Я к ним подошел и спрашиваю, как в интернете бываете? Да, а у меня с собой визитки, я им даю... Ну, успел маленько сказать, гляжу, у них глаза загорелись-то. И они уткнулись в это, а я вот, наверное, повернулся и пошел. А им, видимо, кто-то подошел, а кто это был? Они на меня вслед-то глянули, а сзади-то они, я совсем другой, чем спереди-то. Сзади-то одни заплаты. Не знаю, так никого больше не было. А куда тот дед-то делся? Студент бегом бежит, забежал вперед, мне в лицо посмотрел и побежал назад. Так это он самый и есть, говорит. Ой... Я иду, а у меня сапоги такие, я в сапогах хожу, ботинки вообще не признаю. А две женщины вышли, край Потребсоюза-то, и маленько за уголок тут, и стоят и курят. Курят. А тут асфальта нету, и насыпали гравий-то. А я иду, и на них-то уставился-то, а сам по гравию-то ударил ногой-то, не видел. И по папироске у ней, и вывел папироску-то. Я подошел, а я даже не заметил. Ты гляжу, она без папиросы, так это мгновенно. Я говорю, курить это вредно. Да я это поняла, говорит, как ловко у вас получилось это. У меня все ловко получается. Потому что не выдумываю. А вот есть так и есть. Скорбят, плачут. Ну что, маленько поплакал, да и опять вперед. Нам нельзя скорбеть, мы искупленные Богом. Ну а тебя теперь жду, надо смотреть. Все-таки не 2, не 3, а 83 ролика. Ой-ой-ой. 83 по одной тематике. Вот запомни, Сергей, никогда никому не составить это. Они когда в это дело вникнут, они будут только рот разевать, глотать его, как карась на льду. Они будут недовольны, а сказать еще не... Они даже сказать еще не смогут. У них дыхание перехватит. Это кто смотрел даже краешком где-то, и то. У меня, говорит, все перевернулось, я сейчас по-другому, говорит, понимаю. Потому что это истина. Она одна, и она воссияла. Да, тут говорит, как говорится, не противопоставишь ничего. Тут только соглашаться, молча соглашаться. Тут есть священник один, отец Сергий Фисун. Он является председателем катехизаторского отдела, там преподает в семинаре. Ну, батюшка-то хороший. Ну, наши ребята подошли, я говорю, вы ему дайте материал о крещении-то. А крестят-то, что лбы мощат они. А у армян они только ладони мощат. Сегодня мы смотрели, вообще, карикатура. Ну, ему дали, а он потом где-то встретился уже. Наши опять подошли, братья, ему сказали, ну как, считали? А еще считал-то. Игнатий нащипал отовсюду. Да это я могу сделать так же, нащипать и напротив только будет. Только вон, Игнатий, это за погружение, а я сделаю напротив. Они мне пришли, сказали, я говорю, идите опять к нему. И скажите, если ты сделаешь, я буду знать, кто вы, а сейчас пока я не знаю. А кто будет, я говорю, идите, скажите, антихрист. А он испугался, наверное, и говорит, да я и не считал ничего, я просто так сказал. Он и не считал, оказывается. Не считал, а уже напротив все опровергает. Да нельзя опровергнуть. Ты должен сказать, что Библия неправильно сказала, каноны неправильно, святые отцы неправильно, житья неправильно. А кто правильно? Да ты один остаешься, как Герман Стерлигов. У того никого нет нигде, один он правильный.
Да, ну а что это, гордость такая, наверное, да? Да знаю, по-моему, лукавство. Вчера один парень на меня вышел, я ролик его выставил, здесь Тимофей-то. Я за ним вот смотрю, этот Герман, а мы молимся, произносим его имя на молитве, как человек, он, ну, просто не из-за булыга какой-то-то, но веры никакой у него нету, он просто прикрывается. Вот мое мнение такое, веры-то у него нету. Как это может так? Он никого нигде не признает. Ни зарубежную церковь, ни патриархию. К старообрядцам приносит. Сейчас старообрядцы — это не церковь. Так не бывает. Это страха никакого нету. Его спрашивают, а где тогда епископ? Где-то есть. Ну где-то, так ты должен знать, сказать другим. Он не знает. Ему это не надо. Почему? Потому что везде проситель, а он миллионы-то грабанул, отошел в сторону вовремя. Его не проткнули. И он теперь вот с этим-то... Да он бы скорее раздал все и спокойно жил. Я понимаю, от чего так люди говорят. Они десятину как огня боятся-то. А если ему отдать 3 десятины, как Тавита 1.8 написано, ну и все, считай, инфаркт в темечке. Я все равно слушаю, мне нравится, ну... Вот у него есть последний ролик, тоже он там рассказывает о том, что сроки высчитаны неправильно от Рождества Христова. Да. То, что мы неправильно празднуем. Я считал все это. Что он пишет, я считал, все есть. Он не знает этого ничего. Он так, с обломом говорит, а ему возражать негде. Еще возражать-то. Он говорит глупости, которые нельзя никак опровергать. Какие-то годы где-то накручивают, 4 года. 4 года – это единственная ошибка, которая никакой роли не играет. Допустил Дионисий Малый, монах, когда высчитывал пасхалию в 532 году. Он ничего этого не знает. Он дует только. Он знает про золото Ливии. Тут он правильно говорил. Вот он начинает там пахать, на чем там лошади, где. Ой-ой-ой. Зачем ему к вере прилепляться, никак не пойму, что за этим. Он ни к кому, потому что где бы он ни был, везде что-то просит, зная, что он миллионер. Деньги-то все это награбленные. Миллионы-то не зарабатывают люди, когда разор в стране. Тут уж не надо говорить, как этот был Березовский такой, и он говорит, а чертежник-то был, больше ничего нету. Я, говорит, проснулся утром, а ему уже в Америке сообщили, что там Вова-то этот, завод-то все у него. Одновременно там, кажется, 5700 машин на один день. Это у него сразу. Я сказочно богат. Ну и где он? Сказочно богат. Прохоров, миллиардер там такой. Выступает Смирнов, отец Дмитрий, и говорит о нем. У него семьи нету. Он совершенно одинокий человек. Но он не такой, как Березовский. Во власть не лез. Да, миллионы идут, гребут там никель, все подобрали к рукам. А все это делали братки в Америке. Евреи. Евреям они подобрали все здесь. Возьми Чубайс. У нас самое-то главное в стране не президент, а Чубайс. Он единственный имеет в Билдербергском клубе доступ. И какая там степень посвящения. А где он сейчас? Где он сейчас? Чубайс-то есть. Ну, я знаю, где Квачков, а где он, не знаю. А что ж Квачкову долго еще сидеть, да? А вот если начнется что-то, его могут сразу вызволить. Мы за него молимся каждый день. И которого Хабарова посадили, то посадили тоже полковник Леонид. Мы каждый день молимся за них, чтобы Бог дал им свободу, и чтобы они имели веру настоящую. Они нам дороги. Это хорошие люди. На меня кто-то вышел и говорит, вы, говорит, совершенно неуязвимые со всех сторон. Какая ни приди власть, вам все хорошо. А что хорошо-то? Я знаю свое место в жизни. Им трудно там. Им тяжело. Я с ними не встречался. Но это живые люди. Они старались не для себя. Но они шли неправильно. Власть определила. По 14 лет запросили-то. Это за убийство столько не дают. И никакого оружия не нашли, ничего нету. Старый арбалет. Ну, болтали лишним на кухне. Полковник ГРУ.
тоже, Владимир Васильевич Квачков, да, что же он сидел, говорил-то, а к нему подослали такого, который все записывал. Зачем это надо было? Невоздержание речи. Раньше был такой плакат, болтливый человек, находка для шпиона. Тут вон Путин и тот проболтался, его записали-то на скрытую эту диктофон. Да. Мне жалко их. Я не скрываю это. Почему? Я как бы нахожусь там. Потому что я там был и знаю, как это. Тем более я-то какой. Мне-то это ну, небольшой перепад. А он-то в какой жил обстановке-то? Каково ему там? Вот эта Юлия Тимошенко сейчас. Да, она страдала, она сидела, и на нее нападает, там она говорит что-то. Ну, просто поймите, женщина столько перестрадала, что было, едет там на коляске. Она лишнее говорит. Я вижу Россию только пепел от нее. Ну, глупости, конечно. А мы за нее молимся каждый день. Чтобы Господь дал ей доброго разума и покаяния, и жизни во Христе. Геннадий Тихович, а вот хотел вопрос такой задать. А вот нужно молиться за людей, заведомо таких, знаете, которые умерли от пьянки там, допустим, вот? Я говорю-то о живых, я молюсь не за таких. Вот у нас разбился мэр города. Повторяю, это мэр. Входил в десятку лучших мэров России. Это понятно, какой он. Благодаря ему я вот сижу в этой комнате. Иначе мне бы не удалось этого добиться. Хотя я выиграл процесс, у них не с чем рассчитываться было. Но он был мэр города, он сюда приехал, вот где я сижу сейчас, корреспондента вызвал, все это в газете напечатали, для слова Божия нет уст, там есть статья такая, Лапкин предпочел храм недвижимости. Посчитайте. И когда он разбился, ну, сказали, когда это было утром, мы только зашли молиться, и в это время сказали. А он был парторг моторного завода когда-то. Ну, это когда-то. Я вечером звонил, кого только знал. Верующий он был или неверующий. Наконец, на главного редактора краевой газеты вышел Ольга Николаевна Шевчук. Она говорит, он верующий. Я говорю, а как вы определили? У нас снимок есть, говорит, он в храме стоит, говорит, ребенка держит, крестили. Ну, для них это верующие. Ну, я не хожу на похороны никогда. Но его выставили в дворец зрелищ спорта. Здесь огромный-огромный-то. И он там в гробу, и народ шел. Ну, я прошел. И газета, фотографа фотографировали. И газета, когда вышла, кажется, снимка два. И на одном снимке центральная фигура, я иду. Значит, они заметили настолько необычно, что этот снимок поместили. Да ты там парторга пошел. Да не парторга. У меня снимки в зале висят здесь у нас, прям где в храме, коридор. В одной мы по рукам ударили, в другом месте там разговариваем. И третий обнялись поцелуем. 11 лет шел суд. И он написал бумагу такую. Ее может прочитать там очень сильную. Ну, не таким языком номенклатурного работника, а прямо душевной. Как я жалею, что настолько затянулось, а теперь вот у вас будет место для встречи, молитвы. Ну, очень хорошо. Ну, и я помолился. Помолился о нем и сказал, Господи, ты меня прости, если я неправильно делаю. Мне очень жалко его. И он тебя не отрицал. Он приезжал ко мне несколько раз, он голубятник был даже, голубей держал. Я за 11, кажется, дней до смерти пришел в городскую администрацию, а он идет с кем-то, видать, из другого города, я даже не видел его ни разу. Увидал меня, а я захожу, а он выходит, о, руки раскинул, кто идет-то, ты знаете кто, а что он знает, да это же Лапкин. Для него это ничего не говорит Лапкин. Да он же коммуну построил-то. Еще коммунисты не могли построить. Коммуну построил Владимир Николаевич. Какая же это коммуна? Это христианское поселение. Так оно как раз соответствует этим дорогой, где едет на машине. Представь, мэр города из машины мне рукой машет. Людям скажешь, когда не могут понять, что они в нем находят на меня. Лапотник какой-то идет. Бог располагает.
И я помолился за него. Я про себя тайно. И в конце сказал: прости, Господи, если я огорчаю тебя, но этот человек такое добро сделал, мы молимся здесь. Ну, они выплатили бы деньги, дали там машину, допустим, мне. Но что это означает-то? А мы молимся. Это два дома, 200 с лишним квадратных метров жилья, 13 соток земли, теперь она приватизирована. Ну, вообще у нас склады большие здесь, 5 складов. Тут и для лагеря, и люди приезжают, машин может 15 стоять. Но в центре города, представь себе, это вообще... Это вот благодаря ему, ну, прокурор края, генерал-лейтенантом Параскун был, вместе собрались там, и тут еще преподаватель, один доктор юридических наук, Тен. Он говорит: Лапкину ни руки уже не вернуть, ничего, крутили, все, столько потеряно. Ну, давайте сделаем, чтобы ему хорошо было-то, старое уж не вернуть. Люди-то какие находились, он кореец, кажется. Госком имущество. А мне когда привезли вот сюда, вот где я сижу сейчас, а это прямо напротив здания краевого суда, где меня осудили. И они мне предложили вот это место, а здесь была станция «Освод», спасение на водах. А когда-то был рыбокомбинат, так говорят. А второе место напротив тюрьмы, надо же так, сгорел магазин, а что там? Туда транспорт плохо ходит, и сгорело магазин, а тут ничего не горело, и напротив суда. Я говорю: суд еще не определен, а тюрьма это уже сидишь. Не, не пойду туда. Ну, когда зашел, здание-то большое, привез меня Боголюбов. Фамилия-то какое, прям на меня все вот такие пошли. Валерий, кажется, Николаевич. Ну, посмотрите, я заглянул, закрыто здание-то. Я сразу в машину и говорю: очень доволен. И надо было, чтобы он меня свозил, это госком имущество. И тогда сообщили мэру города, прокуратура, судья. Тут они быстро начали все делать. Они не жилые, перевели в жилые. Две у меня книжки этих, домовые книги. Ну, вообще я король. А у меня как с неба Бог их опустил-то, эти дома-то. Ну, это мой труд. Это то, что я выстудил. 11 лет шел суд, что у меня конфисковали. Но все равно как-то удивительно. А люди тогда уже же много у вас людей-то было? Да немного, но, наверное, человек-то 50 было. Но негде было молиться-то. Мы собирались дома, дом такой у меня там, ну, прямо совсем никакой. Около храма негде было бабкам собираться, храма в других местах не было. Ну, и я купил, чтобы бабкам было где ночевать. А жена жила, их обихаживала. До 30 бабок там было. Матрасов, ну, купил. Ну, я делаю то, что, может, не каждый желает делать. Вот с бабками возятся. А я люблю бабок. И они с разных районов понаедут, а потом ночью на вокзале шатаются. Ну, тяжело смотреть-то. Ну, и вот обиходил. И в этом доме у меня и молились. У меня всегда люди молятся. Просто Господь так делает-то. Ну, и здесь без мэра города еще бы не было. И когда я спросил, я говорю: а тут в ограде второй домик, вот я в нем сижу сейчас, а там мы молимся. А это как? Так это тоже сюда хоть как? Это я разговариваю как ребенок. А мне говорят домашние, надо было маленько поломаться, не соглашаться, и чтобы они вроде еще чего ломаться. Да я без... рад не знаю как. Это же какое место-то? А где вы хотели? Я говорю, ближе к центру, чтобы транспорт рядом был и было сухо. Там, где мы были, там сыро, болото. Это условие как раз все совпадало. Ну и все. А дальше было оформление, и уже в 97-м году, в декабре месяце, мы уже первую литургию провели здесь. Мэр города приехал, посмотрел тут, как устроено, подивился, как много сделали. Ну и он меня за руку, можно сказать, вел. Оформлять везде деньги, я ни копейки не платил. Он только звонок, он очень уважаемый был в народе. И когда он разбился, я пришел к прокурору края, у нас близкие отношения. Прокурору годами ходит, не попадает. А я в день мог два раза прийти к нему. Интересно, работники, которые краевой прокуратуры-то, они меня прям к нему толкали. Когда вы бываете, он целый день такой тихий бывает, говорит. Мы отдыхаем, говорит. Ой. Так он крутой, так он по делу. Он же по делу делает, но все равно тяжело. Он ничего не прощает. Он помнит все, но он по делу. По делу. А вы когда уходите, он такой, говорит, тихий делается. Ой. Ну вот такая жизнь моя. Мэры города там, это другие тут
начинают болтать, говорит, Лапкин закупил на американские доллары и телевидение, и радио. И эти слова, которые сейчас говорят, а священник в храме говорит, отец Николай Бурдин. Ой-ой-ой. Да какие же деньги это надо, чтобы со Станкина приехали сюда на машине и в Потеряевку. А тут звонит немецкое телевидение из Германии, просится. Ну какие это деньги-то? Как говорится, бешеные. Молва. Григорий Ниский был такой епископ, это брат родной Василия Великого. И у них была сестра Макрина. И когда умерла, он стал писать, видимо, некролог, и как воспоминания, и какие чудеса были с ней. А потом и говорит, люди не верят в это, что я говорю. Они верят только в то, что сами могут сделать. Так здорово у него это. Ну, если они это не могут, то они уже в это не верят, люди. Вот я гляжу, это так, так оно и есть. Я к нему пришел как-то, прокурор края, генерал-лейтенант, я перед ним, ой-ой-ой. А мы столько беседуем, сидим. И какая бы просьба у меня ни была, он обязательно выполнит, комиссию составит. Ну как я могу сказать о нем плохо? Другие о нем там так говорят, а я свое скажу. А вам все хорошие, они грешники, они через вас хотят в рай попасть. Я говорю, ну это разве плохо, что они хотят в рай, они делаются лучше. Они другими делаются. Они же слышат, я же говорю им о Боге. Приношу книги. Бог располагает сердца людей. Так Дмитрий Смирнов сказал, говорит, дураков нету. Людей вообще тяжело обмануть. Люди чувствуют хорошо, очень искренность и чистоту очень хорошо они чувствуют. Ну, я среди а людей вас... бываю, да. А у вас вот это есть. Я помню, как-то его книгу пришел, подарил, а он говорит, а я рассчитаюсь, открыл сейф прокурор края и начал отсчитывать мне копейками по рублю. У меня целый мешочек там, а сам смеется. Я, говорит, не знал, куда деньги эти деть. Вот так картину эту нарисовать, ну, человек скажет, да не поверит даже. Прокурор края и с кем он. Как-то нам отказали в аренде помещения в техническом университете. Ну, нажаловались там, что попало. Хотя мы смотрели, наши, кто приходил на занятия, нигде они не отходили в сторону. Мы по списку заходили, по паспортам. Ну, короче, наябедничали. Я сразу к проректору по учебной части, Семкин Борис Васильевич. Я говорю, а что для этого нужно? А что нужно-то? Доверия нету. Как он Лужкова-то Путин убрал за недостаток доверия-то. Ну, ладно, я побежал скорее прокурору края. Я говорю, Юрий Федорович, нужно хорошую бумагу выправить. Такую, чтобы железно было, как этот Филипп Филиппович говорил в собачьем сердце. Ну что, давай, говорит, напишем. И он написал, но не языком юриста. А я Лапкина знаю давно, он вносит большой вклад в нравственное оздоровление Алтайского края. Я принес... А проректор ее чуть не на зубок, как прокурорская печать стоит, и его, а он прокурор очень уважаемый такой. А перед этим только он какой-то орден получил от Путина. И он бумажку вот взял и на лампочку на свет смотрит печать. На свет. Как будто деньги какие-то. И потом он сам на эту бумажку ссылался. Ой, Лапкин, это смотри, говорит, а какие люди-то за него заступаются. Ну и все, нам опять открыли все двери. Как-то одно время я брал бумагу, отходы, Алтайская правда это, и там многие газеты печатают, и бывает там где-то запачкано. Я заходил за этой бумагой, разрешение директор дал, Грохотов Владимир Георгиевич. Ну и выбирал, и рюкзаками домой носил. А потом в детские дома,
вплоть до разные суды, бумаги нигде не было. Это самое такое время было, 92-й год, кажется. И я везде, в учебное заведение, а сам еще я переплетчик, их сделаю как, прошью, да могу с корочками сделать. Ну, книги настоящие. А в школу еще отходы рулона туда отнесу, они души не чают. Мне это интересно. И вдруг антитеррор, какая-то вихрь или что-то называется там, чтобы нигде никого не было, везде там взрывы начались тогда было. И они вымели всех и меня туда же. Я пришел к директору, говорю, а что там не пускают это? А у нас, говорит, тут операция такая. Отказали всем. Я говорю, ну всем-то отказывать, а я при чем тут? Я разве все? Вы же знаете, куда я ношу? В больницы ношу. В школы. Даром. Вы читали в газете, сколько благодарности-то идет? У меня в газетах печатают про это. Но я не могу. Я говорю, а если ходатайство? А что это за ходатайство? Ну, я говорю, я принесу. Да не знаю. Я пошел к прокурору края, прошел к ректору университета, к председателю законодательного собрания. Я как пошел везде, а они присылают ему, да на бумаге, да с гербовыми печатями-то. Я прихожу к кому, он говорит, да тут целая акция такая, да иди ты бери, что тебе надо. Махнул рукой. Я, говорит, такого не встречал даже. Пошел там я в милицию, там генерал. Это тоже все, потому что я им всем носил, и они все так, вот что значит, не имея 100 рублей-то. И, а я еще возьми, да маленький погрубил там. Он меня не пускает, я говорю, вот вы меня не пускаете. А вы-то зачем тут сидите, я говорю, зря штаны-то протираете. Вы бы наоборот меня туда привлекали-то. А он знаком нашему одному брату, верующему-то. И Лапкину-то отказали. Так он на меня как насел. Да мне так сказал. Ой. Я даже и пожалел, думаю, я его обидел. Но обидно мне тоже было. Я и школы, и больницы бумагой снабжал всех. Людям надо дать возможность пережить трудный момент. Будет лучше, они помогут кому-то. Так апостол Павел говорит, ваш недостаток. Избыток в их недостаток и наоборот. Смотри, опять залез. Паразит такой. Кот на мою кровать, прям к подушке, любит лазить. Я не разрешаю, а он белый. Ч-ч-ч. У, сонный тетерев. Уходи оттуда. Смотри, даже ноль внимания. Ох, как ему сладко. Тут у вас все видео закачались, да? Ну вот эти, которые дал, и все остальное-то мы все закачали уже. Мы на два компьютера-то работаем. Он закачивает 4, я 1. Вот что-то со мной надо тут делать. Чтобы у меня тоже работала закачка. А если вот он уедет, тут хана мне тогда. Ну а вы через него заходите, компьютер закачиваете. Ну еще, пустишь? Наверное, так и придется. Вот видишь. Нет, если возникнут такие трудности, допустим, там, а как-то, это просто Виктор там вечером, а кстати, он когда домой? Он поздно приходит тоже. Так время-то уже 10:34. Что я делаю? Сижу столько времени. Разговаривался. Ну, все там. Ох-ох-ох. Ну, тогда заканчивай. Ну, а что я тут давайте видео, пусть Володя к себе закачает тогда на это. А я второй ролик к нему уже установлю. А это сейчас сюда к вам закачаем первый. Где в храме. Так ты, Володя, как? Все понял, что надо делать? А что, они у меня здесь будут на рабочем столе стоять? Ну вот я сейчас в храме, который там вот 4 файла, да? Да. Вот, я сейчас к вам поставлю его, через вас буду закачивать. Давай. А вот тут ролик обработаю там уже у Володи.
А как он возьмет-то? У меня с рабочего стола снимет? Ну да, я сейчас покажу, какую папку надо. Сейчас давайте посмотрим по этому, по форуму, почему там зайти да, не могу я зайти. Все. Сейчас открывайте эту, где она есть, где